В работах по строительству и благоустройству в районах столицы в рамках программы «Опот-Мохалля» активно участвуют и сотрудники Управления внутренних дел Ташкента. Подробности в материале далее. Дорожной картой кардинальных перемен служат принятые главой государства документы. Цель общей работы – создание достойных условий для населения, улучшение уровня их жизни и в конечном итоге повышение благосостояния людей. Активное участие в реализации программы принимают и сотрудники Ташкентского городского управления внутренних дел. В их компетенции также и благоустроительные работы вокруг возводимых многоэтажных домов, озеленение территорий, в частности, сняты заборы и самовольные постройки. Новый облик приобретают и детские площадки. На основе современного градостроительства будут возведены пекарня, махалинский гузар, автомобильная стоянка. Благоустроительные работы организованы совместно с управлением по координации деятельности работы внутренних дел, инспекторов профилактики на местах, совместно с активом сходов граждан, руководителями ширкатов, активистами Союза молодежи и широкой общественности. Были снесены незаконные постройки вокруг многоэтажек, возведены необходимые сооружения, реконструированы здания службы сервиса. Завершаются строительные работы в сходе граждан Махали-Галаба. В ближайшее время здание администрации будет сдано в эксплуатацию. Для удобства жителей здесь же возведут современный торговый центр. Работы уже начаты. В нашей махалле расположено 29 многоквартирных домов. На сегодняшний день полностью приведены в порядок 28 из них. На нашей территории были расположены 250 гаражей, 80% из которых пустовали. Мы их всех снесли, и теперь на этом месте будем строить современную автостоянку. Предприниматели нашей махалли тоже не остались в стороне. При поддержке бизнесменов возводится новое здание схода граждан. Преображается сегодня и махалла Обназыр Шахантахурского района. Результаты кропотливой работы налицо. Уже убраны бетонные барьеры, железные столбы вокруг домов, особый уход за зелеными насаждениями, проезжей частью и тротуарами. Создано удобство для безопасного движения пешеходов и автомобилей. Делается все для того, чтобы досуг жителей был комфортным. А сохранить чистоту и порядок, нести свой вклад в общее дело должен каждый из нас.